Jumping round that Texas town. Приветствую вас, дорогие друзья. Как вы видите, Нью-Йорк на дорожном знаке. И это у нас небольшая такая презентация города Нью-Йорк в American Truck Simulator. У меня здесь нет никакого дела. Я ехал куда-то с грузом, мимо ехал, но не мог не заехать в Нью-Йорк, потому что Нью-Йорк, так сказать, это место такое памятное. Я не могу сказать место силы, потому что для меня место силы это Киев. Welcome to New York, the Empire State. Empire State, хрен его знает, что значит. Надо перевести Empire State. Что Empire State Building, например, что такое. Давайте посмотрим, что такое Empire State. Empire State. Ну, Empire State так и переводит. Черт, чё знаю. Непонятно, значит, чего вообще это значит. Ну, короче, какой-то имперский город, имперское место, великое место. Что, черт, чё знаю. Что такое по отдельности, давайте переведем. Вот они, первые небоскребы. I see the first skyscrapers. Держите строение. Затем поверните направо. Empire to Imperium. Вот первый здоровый небоскреб. Ну, конечно, тут нет ничего похожего на близнецов. Empire State Building — это, в принципе, Манхэттен. То есть тут, в принципе, Манхэттена не видно. Welcome to New York. Alright. Welcome to New York. Блин, ну вот, да, еще грузовик такой офигенский. Правда, контейнер китайский, но это, нет, это, по-моему, не китайский. Прошлый был какой-то китайский. Я сейчас вожу эти самые контейнеровозы, беру какой-то контейнер, и они разные, в принципе, все время. Причем в American Truck Simulator они с надписями, а в Euro Truck Simulator они просто контейнер без познавательных знаков. Пока, по крайней мере, так попадалось. Поверните на это. Вот. Вот, впереди какие-то здания. Ну, конечно, это Нью-Йорк, конечно, это какой-то такой пригород. Так, чего я тут хотел вообще сделать? А, посмотрите, типа, куда ехать. Ну, в общем, да, я решил все-таки поехать на этот вот, на пирс. Я думал, там есть набережная. То есть я думал, это пирс. Конечно, там я не планировал там увидеть, скажем, там статую свободы. Расчет или что-нибудь подобное. Вот. Причем меня навигатор активно ведет куда-то мимо. Навигатор активно ведет меня не туда. То есть не дает, ну, не советует мне туда ехать. Но я все равно поехал. Вот, потому что это Нью-Йорк. Ну, небоскребики такие немножко что ли мультяшные какие-то. Когда возможно, развернуться. Да. Ну да, вот эта вот штуковина впереди, она не вычисление нового маршрута. Ну, это ограждение только вот, короче, вот так. Развернуться, когда будет возможно. Ограничение такое, как, ну, как забор, грубо говоря, да, как шлагбаум. Но его можно объехать, в принципе, и заехать
за ограничение туда. Ну, там, как правило, ни черта нет, поэтому, в общем-то, и делать там нечего. И упс, машина нарисовалась откуда-то, блин. А вот. Ничего тут не оказалось интересного. Видно, что... Так, ну, на... Как сказать-то, блин... Без мата. На отцепись. Я говорю, чего, блин? Этим... А, трейлер зацепился за стол. Эпэ, блин. Не разъехаться, черт. Побери. Классный грузовик. Я скачал другой... Не скачал, установил на грузовик другой двигатель. Он послабее, там что-то 400 лошадей. Но звук у него классный. Потому что сейчас я, кроме как на этом грузовике, в принципе, ни на чем ехать не могу. Вот. Поэтому вот я на нем езжу. Что там, побил прицеп, пипец вообще. Как я там, 4% отхреначил. Ну это ладно, тут в принципе не страшно, потому что когда прицеп по этот контейнеровоз свой... А, красный свет, да, пардон. Когда контейнеровоз свой, и вообще пофигу, там, побил, не побил. Главное, груз не побить. Контейнеровоз, ну, заехал где-то, поремонтировался. Вот такой вот Нью-Йорк. Прикольно, ну, прикольно. Ну, блин, это как бы, он, конечно, пустоват, конечно. То есть его почему-то не делали... Я не, даже не помню, у него есть вообще там эти какие-то... Да, вот что-то есть. Липхер можно здесь взять, какой-то большой груз отвезти. Короче, надо будет в Нью-Йорке сделать гараж. Вот я, кстати, вижу гараж слева. Надо будет в Нью-Йорке обязательно сделать гараж. Да, да, да. Причем он такой вот с видом на эти самые, на небоскребы. То есть это такой... Ну, как бы пригород. Ну, как все пригороды. Как в Лос-Анджелес приезжаешь, как бы, в общем-то, там где-то. Хотя Майами, по-моему... А, Лас-Вегас, по-моему, через прямо через казино. Прямо через Лас-Вегас идет трасса. Лас-Вегас просто, господи боже, там город, блин. Одно название. Полностью искусственно. Как Сочи, блин, полностью искусственно созданный. Такой оазис. Райский, блин. А вот, да. Но клёво все равно. Такое, какое-то... дань уважения, скажем, какому-то такому детской фантазии какой-то. Потому что Нью-Йорк, Биг Эппл, это, блин, это детство. Это... я вообще бредил Америкой в детстве. Просто бредил Америкой. И сейчас полюбуемся немножко небоскребами. Такой вид, машина такая классная. Кто не знает, на этом грузовике катался Терминатор Т-1000, жидкий Терминатор. Гонялся вот ровно на таком фрайлайнере, точно вот так, на таком прямо вот, гонялся за молодым Джоном Коннором. Вот, именно вот на нем. А, я же хотел скин немножко подрихтовать, нарисовать там что-нибудь, типа Wanted John Connor, там что-нибудь такое. Или I Find John Connor. Ну, это, короче, какое-нибудь такое лабуду. Можно в интернете посмотреть, там какие-нибудь слоганы такие, надписи прикольные, остроумные. Вот. Ну, да, домики такие, в общем, конечно, мультяшные немножко, прорисовочка так себе. Вот. Но это Нью-Йорк, это все равно Нью-Йорк. Я не знаю, каким он будет вечером, как он вечером будет выглядеть. Наверняка все эти окна будут светиться. Ну, то есть все равно прикольно. Все равно прикольно. Это, блин, Нью-Йорк. Какой-никакой. Вот. И как бы... Все, да, мы выезжаем.
посигналим, что ли. Двигайтесь прямо. Где мы вообще находимся? Такой вот замечательный Нью-Йорк. Ну, маленький, небольшой, конечно. Это там до Манхэттена хрен знает вообще. Я не знаю, что это за район Нью-Йорка вообще. Понятно, что не какой-нибудь не Куинс там. А, по-моему, 7 этих самых. Все. Have a good time. Сейчас выйдем немножко. Кенворд нам не нужен. А, по ремкам же надо. Да. Я что-то чуть-чуть покосал грузовичок. Ну да, в Нью-Йорке. Грех не поремонтироваться. Чёрт. Ну так, не сильно. Все, погнали, в общем-то, дальше. Город посмотрели, поехали дальше. Вот движок не сильный, не очень мощный, но вот у него такой звук, что вот прям с ним классно. И он, в принципе, вполне такой. И потом у меня же на этом контейнеровозе нет больших грузов. Тут 8, по-моему, тонн. Я в фунтах там не разбираюсь, поэтому поставил себе в настройках килограммы, тонн, но что там, литр, килограмм, не помню как. То есть милями и стоят, а вот вес я поставил в килограммах, потому что оно нафиг никому не интересно вообще. Сколько ты там везешь. Но все равно. 40 тысяч фунтов я не понимаю ничего. 8 тонн или 20 тонн я понимаю. Вот, поэтому... Покидаем Нью-Йорк. Farewell, Нью-Йорк. Goodbye. So long. Have a good time, Нью-Йорк. Сия. Когда-то по Киеву гулял, вышел на площадь обозрения, на площадку смотровую. Have a good time, guys. Have a good day. I will later. My blood is on my dresser, yes sir.